Раз-раз. Я проверяю, это та трансляция или нет. Да, короче, всем привет. Сорян за неполадки, что-то не ждала совсем тоже этих неполадок. Вчера не было стрима, знаю, my bad. Очень много было дел. Насчет God of War, не переживайте, я еще не прошла его. Просто мы чередуем с вами игры, как мы с вами и договаривались раньше. Так что нам еще проходить и проходить. Я совершенно не помню, на чем мы остановились в Horizon. Но сейчас посмотрим. Всех очень рада видеть сегодня. Я по вам соскучилась. Надеюсь, как и вы по мне. У меня очень крутая надпись на футболке. Правда, она, по-моему, отзеркалена. I'm haughty, cute and psycho. Oh yeah, baby! Так. Я не помню, на чем мы остановились. Это правда. Ага. Даже не помню, как играть. Я вам даже так скажу. Хай-хай, приветик. Приветик, конфетик. Разыщите Дерида. Это имя, судя по всему. Так, дайте я сейчас гляну, что у нас было. Соберите то, что он украл. Без должной защиты. Караван отправился в путь. Ага. Мы с вами вроде бы побочная. Это упана. Тихо. Это моя лошадь? Это не моя лошадь, кстати. Это нормальный чел? Типа, все. Ну, раз музыки нет, я думаю, все окей. Гуманоид. Так, не сюда. Да, вроде все хорошо. И чё? А, вот следы. Отобразить путь. Куда этот путь наш? Нет, только не день. Вот сюда. Только не день, только... А, вот, все видно. Привет! Так, сразу с вопросов, я так понимаю. Не знаю, это, наверное, личное, я бы не хотела это разглашать, потому что зачем говорить о своих каких-то целях, планах? Я бы не хотела разглашать эту информацию. Так, нам нужно, короче, разыскать какого-то чувака, окей. Мы бежим. Ой, спасибо большое. Так, ой, это кто? Это индушка. Мы так бежим с вами, на самом деле, очень громко. Тихо. О, привет. Он привет, что, медитировал, Дерит. Что ли? А ты кто? От каравана пришла. Чего? Какого каравана? Который ты подставил. Думал, не будет стрел, не будет и выживших, не останется свидетелей. Послушай, я весь в долгах. Не заплачу. Мне оба глаза выколют, понимаешь? Йоу! Это что такое? А! Нифига себе, я что-то не ожидала, что он бомбы кидает. Где, блядь? Пока я, сука, поворачиваюсь, меня уже сейчас грохнет. Всегда это. Всегда какие-то боссы. Не понял, а как он это делает? Он понимает, где я окажусь? Интересный босс.
Ну-ка. Где он? Очень мало, конечно, он... Я ему сношу, я очень хочу подбежать к нему поближе. Ебать! Ебать! Стоп-стоп-стоп, а как он, подождите, тут где-то разбросаны бомбы, что ли? Я пытаюсь к нему подбежать, чтобы его, сука, ударить, блядь. Блядь, Кристина, не упускай его нахрен. Это какой-то пиздец. Не надо. Я какой-то западню пробовала. Это какой-то супер-босс. Это мне понадобится. Где ты, сука? Офигеть. Да, блядь, не езди, сука, спрячься. Мне тут видно? Где ты, блядь? Я не могу тебя увидеть. О, блин, крутяк, подписка, спасибо. Это не босс. Да, блин, слушай, мне, для меня это вообще супер босс. А, он типа не... Блядь, а чё я туплю? Блядь, где? Такое ощущение, что он просто рядом. Блядь, сучка. Почему я в начале игры всегда позорюсь? Я не понимаю этого. Где он, сука? Вон он. Тихо. Он уже меня нашел? Блядь! Блядь, иди сюда. Мразь! Блядь, нету жизни, что ли? Капец, он сильный. Я сейчас умру. Блядь, собирай. Сука, собирай быстрее, блядь, пей. Что-нибудь питайся ты, блядь. Блядь, это все не то. Мне нужно лекарство, блядь! Блядь, это не то, Кристина! Опа-на. На потом. Не на потом, она прямо сейчас. Yes. Блядь, как ты задрал меня, конечно. Господи. Это было сложно. Просто капец как. Может быть, это не по уровню было задание? Приветик. Приветик. О, Дерит. Он же сдох, получается. Караван, они выжили? Да. Я успела вовремя. Спасибо. Я заключаю... Мне кажется, я... Солнце в объятия. Да, я неправильно наушники надела. Да сожжет оно мои грехи. Падаль. Нет, я нигде не училась позировать, это с опытом пришло. У вас как-то очень много вопросов. Меня это, если честно, смущает. Поэтому не удивляйтесь, что я не буду отвечать на все эти вопросы. Вот, так, тихо. Ну, сейчас иначе опять придется драться. А коняшка у меня, кстати, остался в живых. Киберплотва, ты где? Скачет ко мне. Так, сейчас погоди, киберплотва. Я сейчас быстренько пособираю этих. Блин, мне нужно лекарство на самом деле. Я потому что без лекарств просто никто. Он за мной скачет, это так мило.
типа, куда я, туда и он. Пока еще рано. Да я соберу вот эту хрень. Все, садись. Ой. Ой, да я, блин, жду свои новые уши. Они у меня еще идут до сих пор. Ну, типа, там они же будут идти недели три. Не меньше. Самое интересное, что... Тихо. Самое интересное, что... Вернулась. Кресло еще так и не отправили. Меня это напрягает больше всего. Адерит? Его убил Ловчий. Просто жуть. Ты одолела Ловчего. Да, получишь прибавку. Крутая. Вот. Возьми мою долю. Заслужила. Дальше я справлюсь сам. Ах, теперь нам особо нечего бояться. Так, все, садись. Нет, стой, подожди. Сейчас я быстренько вот это все соберу. Лекарства, вот эти вот все лекарства. Это не то, не надо. Это древесник, а это тоже древесник, а вот это. Древесник. А вот это лекарство. Так, а что у нас по заданиям? Ох, нифига себе нам скакать. Так, ладно, задание. Дела. Можно поделать. Ну, основное просто не хочется сейчас делать. Хочется немножко подкачать уровень. Но все задания находятся очень далеко. Кроме вот этого. Кстати, вот этого. Давайте с этого начнем, потому что на самое... Ну, самый маленький уровень ему требуется. У-ху! О, это вот 100% лекарство. Yes, baby. Это очень круто, что я кого-то вдохновляю. Я очень этому рада. За лесами. Я, кстати, сегодня еще до стрима рубилась немножечко ведьмака. Чуть-чуть. Блядь, давай. Давай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как вас много. Скачи, бейба. Бейба. О, блядь! О, нифига, он сам прыгает. Блядь! Тихо, блядь! Блять, тут какая-то... Нифига себе, тут, конечно, просто капец полный какой-то. Давай, Кристиночка, вперед! Направо скачем. Это, знаете, как до изгони от зомби бегать? Вот примерно так же и здесь. Все они просыпаются, все они меня хотят сожрать. Не надо. Не надо меня жрать. Дороги, блядь. Зря его задела, себе хуже сделала. Блядь. Что такое-то? Сука, почему он затормозил? Он сейчас мою плотву убьет. Бегун, ты чё, блядь? Ну. Бегун тупо остановился, прикиньте. Киберплотва, ты меня чё подводишь? Ты меня чё предаешь? Так, дела не делаются, я могу тебя просто отдать на съедение. Не надо меня предавать. Ой, это разбойники, блядь. Блядь, просто беги. Я поняла, против кого я тут пошла, против разбойников. За мной, пожалуйста. Так, где наша цель с вами? И ко мне. Быстрее. И валим отсюда. И валим отсюда, пожалуйста. Блять. Что такое-то? Что такое? Все тихо. Это что горит? Какой-то предмет интересный. Ну-ка, послушай вот это вот.
Британские солдаты, ясненько, не хочу. Не, у меня опросника нет. И он не появится. Так, бежим сюда. Что это у нас за плейс такой интересный с вами? О, я слышу динозаврика. Ага, смотрите местность, сейчас осмотрим. В этих машинах засели стрелы. Они спугнули стадо машин. Следы машин ведут кровь. И рядом следы людей. Пью равни спинку. Равни спинку, бэйби. В этих машинах засели стрелы. Воины спугнули стадо машин. Блин, давайте сейчас его оседлаем. Я, правда, пока не знаю, как. Или это мой, подождите, это мой чел, да, я его уже знаю. Так что мне не надо его ловить. Все, погнали тогда по этим следам. Нужно потихонечку, наверное, идти, а то мне сейчас босс какой-нибудь попадется. Пью водичку. Тихо. Ну-ка, вот это лекарство, надеюсь. Нет, ну я собрала уже до того, как осознала, что это не лекарство. Опа-на, это что такое? Что за звук? Что за звук? Пила зуб, а это? Воин Нора. Воин Нора это плохой или хороший? Я вот этого только не помню. Я этого не помню. Но то, что у них пилозубы, меня это смущает. Поэтому мы будем краситься. Он меня ведет к ним, что ли? Я надеюсь, что это не так. Пожалуйста, хоть бы это не было так. Тихо. Тут, конечно, очень опасно идти. Он меня сейчас, блядь... Хорошая штука. Блядь, он меня увидел, походу, да? Сейчас сюда пойдет. Больно было, что ли, ей? Блядь, а кого я... Кто здесь? Тихо. Насколько, интересно, она может задержать дыхание? И кто это за красные челы, которые хотят меня атаковать? Тихо. Ой, спасибо большое за комплимент про футболку. Тихо. Мы сейчас быстренько пробежим с вами, и нас никто не заметит. Только я не понял, куда мне бежать. Блять, убить пилозубов. Это самое тупое, сука, задание, которое могли мне дать. Нет, путь мне не нужен, мне нужна цель. Блять, что такое, сука? Пугалась, извините. А вот там кто? Искари, он меня что, заметил, что ли? Мне кажется, нет. Тихо. Тихо. Интересно, его втихую можно убить? Блядь, он сейчас развернется уже. Он сейчас, сука, раз... Блядь, надо было скрыто его убивать. А я что-то не скрыто его убивать начала, блядь. Пиздец! Это была плохая идея, это была плохая идея. Бля, что-то это, по-моему,
не работает. Тихо. Но он же не пойдет в воду, правильно? Он же хороший. Перемани. А, ты имеешь в виду, типа, их приручить? Попробуем. Блять, я что-то тут не могу выйти. Блять. Не на ту кнопку нажимаю. Он что, спать пошел, что ли, или что? Спать, походу, пошел. Ну, я понимаю, что он меня просто ожидает. Но он ко мне не стоит спиной, и это очень хреново. Я проходила. Я проходила. Мне можно, по-моему, его приручать, но я не знаю, его можно или не его. Я не могу собраться, я еще не привыкла к игре. Блять. Неждан. Надо было привыкнуть, а я что-то не привыкла. Тихо. Все. Блять, он меня, наверное, сейчас заметит, сука. Блять, пожалуйста. Сука, блять, 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 блять! Зря. Ебать, что происходит? Ай, блядь, больно, сука, прям на факел меня. Лёха, мне на, получай по морде. Втихую называется. Вот, учитесь стелсу у Кристины, пожалуйста. Просто у Кристины. Ой, нихера себе. Кристиночки, пожалуйста. Блядь, чего он меня бьет? Не ты сейчас так? Очень много. О, да! Фух. Очень жарко мне, хотя окно у меня открыто. Можно? Фух. Так, это не надо. Тихорца, да? Кто здесь? Фу. Ты та, что была изгоем? Что ты здесь делаешь? Ваш друг Дэн за вами прислал. Что вы там делаете? Пилозуб уволок наши. А, ну раз не в первом, блин, ну ладно, значит я все правильно сделала. Я молодец. Без оружия пришлось забираться повыше. Хорошо, что ты его завалила. Теперь мы сможем вернуться. Только ты никому не расскажешь, что нас тут видела? Не видела. Всем расскажу. Друга твоего уж точно. Слезть вам помочь? Всем расскажу. Мы сами вернемся. Ты только не обижайся, но лучше, чтобы нас с тобой не видели вместе. Вдруг догадаются. Сейчас, ребят, секунду, мне придется опять открыть пошире уже окно, потому что мне реально жарко. Я просто в штанах. Отправят мой красивый этот стульчик. Ой, штаны ссаные. Ну, не в прямом смысле этого слова, конечно. Вернитесь к Дэну. Май гад. Так, вернитесь к Дэну. Хорошо. Так, я не хочу идти через разбойников. Интересно, у меня через разбойников? Нет, не через разбойников. А где тут разбойники вообще? Просто какие-то левые люди были. Так, вот cool. Я не знаю, с
зачем я это все собираю. Надеюсь, когда-нибудь в будущем мне это понадобится. Фух, свежий воздух. Тихо. Да не надо так тормозить. Мне уже на самом деле нравится, что у меня в Гофе все прокачано. Делаю запасы. И так. Сразу проверим. В Гове так все прокачано, тут еще нет, и, сука, так надо много прокачивать. Блин, да не надо это собирать. Мне бы жизньки собрать, вот эти вот эти песточки. У меня, кстати, реально какой день уже просто нереальное желание играть в Days Gone, ну, в плане стримить его. Я уже 300 раз об этом сказала, но буду повторять еще больше. Но пока мы не прошли хотя бы одну игру, я не буду начинать. Привет! Нет, нет, я не прошла еще ГОВ. Мне, наверное, ну я сейчас на 70% точно прошла. Вот. Так, у меня лошадь вообще есть, да? Лошадь, она проблема в ней, как бы, заключается в том, что она слишком громкая. Потому что если ты на ней едешь, то все тебя слышат. Ну да. Да, тут еще далеко, это я знаю, это просто далеко. Мы, наверное, прошли здесь 5%, мне кажется. Ну, как бы не больше. Ну ладно, 10%, наверное. Но Вовчик мы уже, да, скоро завершаем. Это хорошо. Еще одна игра в копилку именно на стрим, потому что... Я уже много игр так кинула. Так не хочется. И это тоже кидать. Но я не кину. Я дойду до конца. Не хочу. Run, boy, run. I try to catch you. Run, boy, run. Где? О, привет. Я нашла их, сам знаешь где. Скоро вернуться. О, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Какое счастье. Это я вас благодарю за Ты стрим. Ты ведь никому не расскажешь? Не бойся. Матриархи сейчас поют песню искупления. Да нет, не, мне кажется, 12% максимум. Песнь искупит все наши грехи. Спасибо. Я не это имела в виду, но ладно. Доберитесь до меня. У нас опять куча заданий с вами. Так. Задания. Побочные. Дела. Но это даже не побочные задания, это просто дела. Котлы. У меня, кстати, доступен только один котел так-то. Ну что же. Давайте тогда дела поделаем. 800 метров. Какой у меня уровень, кстати говоря? О, мы можем с вами навыки прокачать. Точно, точно. Я тогда сумки себе сделаю. Так надо найти где. Ну-ка, надо совместимость сумки для ресурсов. Вот. А, для ресурсов только. Добыть из туши шкуру, кости сердца. Изготавливать боеприпасы. При осмотре поврежденных машин дополнительные ресурсы. Спирали ткани можно снимать повторно. Спирали ткани я вообще не использовала еще ни разу. Обезвреживание ловушек. Так, а что получается? Только ресурсы? Ресурсы это в целом много чего-то на самом деле. Может быть тогда их и прокачать? Беззвучный бег. О, нифига себе. Это очень круто. Когда его представят противникам, еще труднее заметить. Блин, вот здесь, кстати, тоже очень много прикольных таких... Урон, блин, я все вот это хочу. А эти ресурсы, зачем мне их туда увеличивать? Бля, не знаю, что делать. Ну ладно, давайте, раз мы уже в прошлый раз решили. Так, тогда вот этот. И вот этот. У нас еще есть 3, так что я быстренько прокачаю вот все, что здесь связано.
После прыжка Элой приземляется на землю бесшумно. Так, вот это что там было? Сильная атака, значит. Находясь под, над, под уступом, на котором стоит противник, нажмите R1, чтобы выполнить бесшумную атаку. Ну, не знаю. Ну, это, наверное, чтобы разбойников мочить, мне кажется. R1, чтобы бесшумно устранить силача или опытного противника. У нас, кстати, такого еще не было. Не помню такого. Мне хочется вот это, поэтому будем идти к нему. Так, что же. А вообще тут можно как-то модифицировать оружие, именно усиливать его? То есть, типа, знаете, у меня такая стрела, как бы она вообще как будто ничего не снимает. И какой в ней вообще смысл? Ну, то есть, как бы вот... подождите, спираль урона плюс 15. На увеличение урона. Спираль огня. А, вон еще что-то ниже. Удобство. У меня урон 15, а это что? Повреждение брони. О, вот это, короче, прикольно. Очень мало, конечно, всего. Просто... Для чего это тогда? Прикольно было бы, как, знаете, в виде макета, как бы, или в этом, как в Говчике прокачиваешь Левиафана, и здесь прокачивал бы просто... Можно модифицировать, плюс вообще... А, да, то есть эти луки, они все разные, и их можно будет покупать? То есть я примерно с какого уровня-то смогу их покупать? Давайте просто глянем, что-то мне интересно. Так, боевой лук. Ну, у меня этот лук и есть, да? А, нет, подождите. Высокоточный лук. Что тут еще есть? А, вот, у меня хочется лук Акарха, вот этот. Редкий. Блин, а в чем разница необычный и редкий? Высокоточный. Я бы вот это, на самом деле, бы купила. То есть я могу не тратить на них бабки, но я, в принципе, и так как бы не трачу бабки ни на что. А медленный, но очень точный лук. А мне не нужен медленный, мне нужен супер быстрый. Блин, тогда мне так неинтересно, на самом деле. Боевой лук, слабое оружие. У меня какая-то хрень. Нет смысла покупать. Хорошо. Я вам доверюсь. Какой-то восклицательный знак. Нам, видимо, опять могут дать задание. Нужно пойти глянем. Может, Сона? Вы укрепляете венец ладно, магии? Ладно, не покупаю. Время больше не выстоит против железного беса. Если за квесты, да? Ну, хорошо. Но это не твоя забота. Так. Я не смею тобой командовать. Но попросить-то можете? Ну что ж, нам нужны копьероги, морозильная вода, да и линзы, их на многое сгодятся. Я принесла воду. Славно. Лед и пламя помогут отогнать машины. Значит, нам осталось раздобыть линзу. Во. Копьероги водятся к западу отсюда. Еще дозорным на вышках нужны сигнальные стрелы. Отдай эти орну на южной вышке. Если не трудно. Так, вот так еще поближе. Подождите, мне так не нравится, как я сижу. Сейчас я поправлюсь. Сижу? Вообще, по-моему, ветер не дует ни разу из этого окна. Сон кусается. Подожди ты. Блять! Прости, я не хотела, но... This is an accident, you know? Так, идите, у меня выпендривается камера. Блин, а так слишком низко, да господи! Все, не трогаю больше. Блин, это очень странный вопрос, хожу ли я гулять. Конечно. Наконец-то они нашли.
чистым. Я, в принципе, не домашний питомец, и да, я выхожу на улицу. Так, подождите, дайте я сохранюсь. Быстрое сохранение. Быстрое сохранение нам что-то дает? Я, пожалуй, нормально сохранюсь. Я всегда эту фразу говорю и всегда делаю одно и то же. Надо как-то поменять уже стратегию. Так, ну все. Сейчас мы все это пробежим, и я сяду на свою киберскакуна, киберплотву. Я пока просто играла, вот не договорила, пока играла в GoF и в Horizon, отвыкла так от Ведьмака, что думала, что если начну играть снова, мне что-то не зайдет. А, поиграв буквально 5 минут, мне капец как зашло. Эта игра незаменима. Потому что я там еще не до конца прошла сюжет, а дополнение. Вот, и хочу его добить, короче. Да, я люблю сохранение. Поэтому я не стала играть в Returnal, именно потому что там нет сохранений. Там охотники были. Да. Он кто-то кричал, помогите. На, блин. Ну чё, как тебе? Ну и чё ты? Ну как тебе? Ну и что, ты мне спасибо скажешь? Пожалуйста, подойди сюда. О, да. Скорее. Я тут. Она решила воды попросить. Что, с походкой? Поранилась, видимо. Не знаю, не понимаю. Целебное зелье. Кстати, а что я парилась-то? Я забыла вообще про целебное зелье, что их можно использовать. Вместо лекарственных этих штук. Проводить время, как люблю проводить время дома. Я люблю заниматься делами. У меня уже было куча времени до того, как я не находила себя. Ну, в том плане, когда мне нечем было заняться, не было никаких дел в детстве. Я смотрела сериальчики. Опа-на, нифига себе! А сейчас на это просто нет времени, но иногда смотрю, если Эйфория, например, выходит, или какие-нибудь такие сериалы, которые я смотрела раньше, или что-то новенькое, прикольное. Вот, а в основном я занимаюсь своими делами. Мне кажется, у меня ни один день не проходит без обдумывания работы. И это круто, потому что это меня очень мотивирует. Так. Наши рыскари. Ну, быстренько проскочил вот так вот. Быстренько вот так вот по водичке проскочим. Зачем он нас так ведет, я не знаю. Смотри. А, вот деревня. Значит, здесь машина не напала на батарею, которую прислал капитан Дарил. Так, ой. Дарила с рукой. Блять! Сука. Ну вот, тупо, на. Это плохой дядя? Поиск на тебе. Ты не забудь, ну ладно, иди в сраку. Так, чё, мне нужно тут осмотреться, да? Или чё? Да, вот это. Эйфорию, да, смотрела второй сезон. Слушайте, но первая серия меня впечатлила, потом уже нет. Здесь погиб один из воинов Карта. Какая-то нудятина, если честно. Потому что... Сейчас слышу. Бойцы отступили. Но куда? Типа, в первом сезоне был хоть какой-то сюжет. А... В этом сезоне, ну, я даже не понимаю, там просто... Вот если в первом сезоне подчеркивали проблемы подростков,
и там было хоть какое-то еще действие, типа, знаете, ну, вот развитие сюжета, то во втором сезоне там просто подчеркивание проблем современных, и все. То есть там вообще нет сюжета никакого. Типа там, ну, я не буду вам рассказывать сюжет, то есть спойлерить. Но, не знаю, мне что-то... Я все надеюсь, что будет какая-то серия, которая раскроет как-то... А, блядь! Сука, ебучая хрень! Как я обосралась, вы бы знали. Давай, блядь. Больно она, сука, ёпка. Прямо в сраку. Это был контент не для детей. Сейчас. Так, что я говорила? Ну вот, да. И все надеюсь, что выйдет хоть какая-то серия, которая раскроет хоть чуть-чуть сюжет, но... Не может быть шлем того солдата. Вообще, они не нравятся. Как будто другой режиссер снимает. Потом убежал. А, я опять прослушала, что она сказала. След вижу. А, во втором сезоне тоже акцент на съемку. То есть это, знаете, как ТикТок примерно. Акцент на картинку качественную, но смысла нет. Вот примерно то же самое и, кстати, в кино происходит. Это очень грустно. Очень. Ага. Так, он пошел в воду, что ли, плавать? Это что такое? Лосось. Так, тут ничего не вижу. Конечно же. Тут ничего нет, да? Мой Гарбл, куда же ты поплыл? Подождите, осмотрите местность. У меня туда, куда я поплыла вообще? Вот там надо было осмотреть. А, да, почему бы нет? Мне многие говорят, что я бы вообще очень круто писалась в кино. Повсюду кровь. Но я бы не хотела сниматься для русского кино. Что-то в воду. Но, может, он сумел добраться до острова? Так, все, я хотя бы немножко слушаю. Конечно же, мы идем к нашим врагам. Тут как будто нет прокачки... как бы... Персонаж как будто не качается, то есть... Увеличивается сила врагов, но сам персонаж не качается. Либо это я что-то пропускаю. Визор мог бы что-нибудь обнаружить. Я знаю. Йоу. Вас тут очень много. Это типа крокодилы? Крокодилы? Походу, да. Так, а мне куда? Блять, там кто-то ползет. Тихо. Конечно, недобрый. Он не у всех недобрый вид. Так, собираем. Опа-на, человечек. А, я подумала, мороз, я уже думаю, нифига себе, погода меняется. Конечно, кровь, тут крокодилы вы жрали, наверное, жестко причем. Опа-на. Где ты? О, чел. Здорово. Я не ожидал. Они жесткие тут, да? Они жесткие? Тем более, что это будет много. А я не ожидала встретить тут полуголого певца. Мне стыдно за свое поведение. Мне его жалко. Почему он извиняется? Идем. Он вообще пострадал. Твой командир ждет в солнечной башне. Я не хочу, чтобы меня вела туда Нора.
как пленника. Ладно, пойдешь один. Не жесткие? Стой. А там есть вообще супер здоровые какие-нибудь, знаете, под конец игры? Он сожрал мои доспехи и лук. И он все еще где-то рядом. Там я их просто стая. Я не могу вернуться без оружия. Найди мой лук, пожалуйста. Я не буду, искать твой лук. Давай, без песен. О, по-моему, сзади сел козёл, который сейчас на меня нападет. А если я прыгну прямо к воду, я разобьюсь? Не буду рисковать. Так, вы готовы? Слава богу, что идет дождь. Я тоже могу вот так подкрасться. Не знаю, это мне что-то дало под водой. Не знаю, что я здесь. Блять, это я зря, блять. Я-то думала, его можно в воде сразу грохнуть. А, блять! Нихуя себе! Ёпта, блядь! Вали! Ёп твою мать! Это пиздос! Блядь, куда, сука, ты пропал? Тихо. Я не знала, что она вплавь не может. Блядь, сука! Конечно, у меня ищет, бляха. Я вот отсюда. Если я его вот так вот... О, нифига себе! Сейчас поближе. Только, блядь, туда не грохнуться надо. Почему я сразу не начала его сверху херачить? Боеприпасы кончились. Оу, е, бэйби. Все они спохватились, но надеюсь, что уже ко мне не полезут. Тихо. Блять, встань, пожалуйста. Вставай. Опа-на, щелкозуб. Все. Я это сделал. Ой, блин, на самом деле я не бьюти-блогер, потому что я практически, типа... Ну, я не могу, короче, ничего советовать, потому что у меня самой бывают высыпания, и у меня не идеальная кожа. Поэтому я не вижу смысла что-то советовать людям. Это нечестно. Ну, по мне так. Держи лук. Удачи тебе. Спасибо. Я не хотел погибнуть на чужбине, как мои ребята. Мы спасли чела. Вот, а про волосы я только с недавних пор, когда подстриглась, начала пользоваться кондиционером, потому что раньше вообще не видела смысла в этом. А оказывается, кондиционер закрывает щелочной какой-то слой, который открывает шампунь, я вообще этого не знала. А, кстати, давайте вот эту нехватку припасов сделаем, да? Качаем уровень, короче. Вот, и что я хотела сказать? Опа-на. Вот, и попробовала косметику Divines. Ну, в смысле, для волос уходовую. И мне, в принципе, очень нравится. Но шампунь как шампунь у них, типа кондиционер прикольный. И всякие масла и крема для волос прикольные. Вот, а насчет кожи... Мне очень хорошо помогает доктор Джард, пенка доктор Джард. Она вообще топовая, конечно. Вот. У меня также я пользуюсь клиника Take Off The Day или Take The Day Off. Вот.
И чё ещё? Чё ещё? Так-то не помню. А, ну и всё. А, ну ещё мицелляркой иногда пользуюсь. Ну это когда надо смыть что-то жёсткое. Так, опять на нас кто-то нападает. Сейчас быстренько нам стрелы сделаем. Прикольно все вот это, конечно, делать, все эти стрелы, это так интересно. Опять тут животные у нас бегают. Да. Но она меня не догонит, потому что я набегу, нет. Надо не убить, блядь, тварь, сука. Ой! Блядь, нихера себе! Я помогла уже. Моя машинка. Бывалый кто? Я всегда хотел стать еще более. И благодаря тебе я смогу это сделать. Спасибо. Congratulations. Возвращайтесь к своим делам. Да не, я на самом деле не люблю писать посты. Для меня Инстаграм это больше, наверное, что-то артовое. Мне нравится туда загружать изображения, видео. Но мне не нравится туда писать. Я пробовала себя в этом, помню. Придумывала всякие посты, но мне это не заходило. Я не знаю, почему я постоянно нажимала на X. Я думала, она только от этого бежит. Оказывается, можно отпустить и все. Там мы с вами приближаемся. Опа-на. Опа. Сохранение. У меня, кстати, 15 уровень. Такое ощущение, что второй. Клиник мы, кстати, у них умывалка не очень понравилась, пенная. Какие-то визуристы говорят, что клиник типа жестко убивает кожу, но я считаю, что это все очень-очень индивидуально. Так, что здесь у нас? Добудьте линзу копьерога. Нам с вами опять придется драться. Окей. Это копьерог? Да. Сейчас я к нему попробую сзади. Вот с той стороны подобраться. Он же там все равно роет. Управлять копьерогом это просто. А вот поймать его. Блин. Сейчас ребзя. Попробуем. Ну-ка. И что, я могу на него сесть? Или нет? Чё? Пошёл его атаковать? Меня этот звук пугает. Вот этот чувак, вот этот вот пилозуб, он меня больше всех бросит. Нихера себе, он мощный. Офигеть. Спасибо. Thank you. Копирок. Выглядит неплохо. Yeah. Пилозуб, ненавижу пилозуба. Просто валим отсюда. Валим. Пошел его мочить. Бедный чел. Нет, я же говорила уже раз 20, что мне это не очень интересно. А, на лошадь подобных, все, поняла.
Но я понадеялась, что вдруг на Белозубе тоже можно будет ездить. Это было бы прикольно. Лошеподобный, давай. Круто, что он скачет по воде. Мне это очень понравилось. Ой, он попку свою подставил. Молодец. Интересненько. Блять, я вот так вас, сука, задавлю. За что вы захотели на меня напасть? Уже не нападете. Так, что мне тут? Блять, они же, сука, меня заебут. Не попало, да, ни разу? Ни разу, сука, не попало. Тоже не попало. На! Не получилось. А, сейчас подкрадусь. Вот и все. Я никто не увидел ничего. Так. Опа-на. Да? You stupid man! Блядь, еще не попасть? Тихо. Жалко, что в этих людишках нет никаких этих... Нет никаких ресурсов интересных. Убийство человека. Мне за это опыт дают. МД. Дуголоп. Йоу. Блин, прикольно, что они на моей стороне сражаются. Это прикольно. Так, что мы можем тут собрать? А, лекарства, да, это хорошо. Я вот на самом деле не понимаю, как Мэдисон может стримить 7 часов. Вот кто-нибудь из вас смотрел стримы Мэдисона? Потому что я просто устаю говорить, ну это правда. Вот, и... Я не представляю, как это стримить, типа, бесперерывно даже. Но я как-нибудь устроила бы такой марафончик, знаете. Это было бы интересненько. Надеюсь, я не зря так спрыгнула сюда. Да, не зря. Опа-на. Сюда. Немножечко Uncharted нам. Оп. Опа-на, привет. Ты Орн? Не слишком ли молод для стража? Кто б говорил? Ну да. Я принесла тебе огненные стрелы. Увидишь, мне кажется, нет, мне просто усталость. Да знаю, знаю, я молод, но не тупой. Если они вернутся... Будь осторожна. Be careful, веселее всего съезжать вниз. Ему как будто 5. Вернитесь к Соне. А что, какой смысл мы сюда бежали? А, ему, наверное, припасы давали, да? Блять, это плюс. У нас всего 3 перемещения. Ну, я просто не хочу... А, вот это что такое? Вершинная зона. Я не хочу перемещение делать, так как... сражаясь со всеми, мы... Можно было там спуститься, ну ладно. Мы прокачиваем с вами опыт. Это очень... А, нет, подождите, я все правильно делаю. Мы получаем опыт и... Качаемся. А это намного лучше. У меня этот, наверное, самый живучий бегун. Но скоро у меня будет супер бегун. Супер кибер плотва, потому что я его буду чинить, и это будет намного круче. Блин, я вот здесь же тоже могла ехать. Не надо орать, не надо орать.
Опять я нажимаю X. Ой. Пилозуб вонючий. Так темно. Он на меня шипит. 60 метров. Так, они за мной бегут, да? Блять, да. Блять! Что, он сюда же не нападет? Куда я спрыгнула? Блять, вот дура. Видели эту тупость? Блять, какой тупизм, а? Че, не заберусь? Я уже вынесла в этом снегу. Ну ладно. А вот все. Считерили немножечко. Читерили. Поднимаюсь на гору. На-на-ра-на-на-на. Куда идти-то, Лёнь? Лёнь? Я не люблю каркать, но нужно признать. Что, мне нужно найти, что ли? Весьма симпатичная. Ну вот, наверное. Нет у меня времени на это. Брат, хорошо, не сейчас. Хочу сейчас. Вон она. Блин. Надо найти, как подняться, блядь. Я тупая или что? Блядь, я не могу туда подняться, все. Разыщите Соню. А, я не тупая, я-то молодец. У-ху-ху. Поднимаемся. Опа-на, опа-на. Так, прыгай давай туда, да? О, нифига себе, она ловкач. Опа-на, опа-на. Опа-на. Оп, нифига себе, прикольно тут лазить. Скалолазка, ты наша. Да, это полезная штука. Да, и вот это давай заберем. И еще я вот принесла Минзука Пьерога. Я сама изготовлю оружие. Воин не должен забывать, как это делается. Ты отнесла Орну сигнальные стрелы? Да. Да? Но я надеюсь, они ему не понадобятся. Я молодец. Тоже надеюсь. Плох тот вождь. Сколько, интересно, нам за это дадут войны. Опыта? Я прошу от воинов лишь одного — быть готовым. Где-то я слышала эту фразу. Благодарю тебя. Это не в Гофе было, кстати? Так, опыт 1600. Не знаю, насколько это много. Дела. Вот из дел у нас осталась только одна хрень. Давайте ее доделаем. У нас все равно... 15 уровень. Я с этого. Как он называется-то? Нам скакать так долго. Ебать. Да, нам, конечно, капец скакать, ребята. Давайте я лучше. Блин, нам и так скакать много. Я с монитора... Ой, блядь, не с монитора, а с этого. С телека. А это что такое, испытание? Огневой бой. Блин, нет, не хочу испытания. Ладно, нам придется в любом случае добежать. Только я хочу понять, как воспользоваться быстрым перемещением. Или туда мы не сможем. А быстрое перемещение, оно работает только... Да, видимо, да. Когда ты активировал... когда ты активировал костер. Очень жаль. Привет! Приветик, мой дорогой. Ой. Не ожидала, что он так сел. Ну что же, нам придется бежать целых 2000 шагов. Хотя вроде бы это быстро происходит, но... Смотря как нас поведут. То если нас поведут через врагов, это будет не очень.
Да, я так и поняла, что только по зеленым точкам. Очень жаль. По местности у нас, конечно, кривой ведет. Я не знаю, зачем он так петляет, видимо, он просто дорогу показывает. Так, а вот это что такое? Здесь четко по дороге, наверное, надо идти, потому что здесь грунт. Это что там за хрень? А, мы его убивали уже, да. Это я помню, что мы его мочили. Но он выглядел очень зловеще и очень здоровым. Показалось, что музыка играет из Интерстеллара. Вот это вот. Раскарь, да? Зона раскарей. Они нас заметили. А что она так вздрогнула? Он ее поразил своим взглядом? Да, да, я так и думала, что как тачку. Вообще, мы вообще так-то на машине едем. Вообще-то, Cyberplatva. Oh yeah, baby. Завтра такие фотки выложу крутые. Уже жду, не могу прям. Завтрашнего дня. Так, нам еще до сюда скакать. Не надо рычать. Хорошо, что у нашей киберплотвы нет чувств, эмоций и тревоги. И усталости. Во, это просто супер. Что нет усталости. Мы почти пригнали с вами. Тесла, yeah, baby. Yeah, baby. Опа-на. Костер. Сохраняемся. Так. Я хочу на машине туда пройти. Меня пустят? Да. А то мне еще 800 этих метров бежать. Да, заряжайте ваши лайки. Потому что фотки реально топ. Я все жду, не могу. Last of Us, да, я ее прошла во время стрима. Но, к сожалению, я тогда не сохраняла стримы. И посмотреть не удастся. Кстати, об этом жалею. Надо было сохранять. Я почему-то подумала, что так, типа, как интрига. Не знаю. Но это на самом деле очень крутая идея. Опа, она заминирована. А, нет, это просто костер. Наверное, это Амазон. Похоже на это. Угу. Я не пройду здесь, но мы зато бежим сейчас к восклицательному знаку вот этому. Как туда к нему залезть только? Нет, я не хочу выходить с территории. О, костер. Так. А, вот дверь здесь есть для людей. А, нет, не для людей. А, ну вот, стоп, вот сюда. Чё за чел? А, это Бейва. Ха. Да у меня мозоли старше тебя. У меня тоже есть мозоли. Показать? Ха, да, нас искрой. Верю, огневолосая. Петра Кузнечиха. Элой. Петра, она должна была... Она, вот эта женщина, она обязана просто картавить. Охотница на машины. Вот у нее лицо именно человека, который картавит. Тогда может пригодиться. Питха Кузьмина? Нас сейчас сказала, пытаются выжить с нашей земли. From Russia? Вот потому-то я и вожусь, чтобы смастерить эту красавицу. Она решит наш спор. Как я могу помочь? Так вас вытесняют с этой земли? Ага, со свалки. Только мы открыли богатые залежи деталей для оружия, тут же заявилась стая падальщиков. А теперь падальщиков. Еще и разбойники засели у Литейной. Они нас не пропускают, захапали топливные элементы. Видать, любят все, что блестит. Ну, мне нужны эти детали и элементы, чтобы доделать пушку. Работа не пыльная, руки не замараешь. Я и не боюсь их замарать. Плати бабки, и все за ваши деньги сделаю.
Ну, в пределах разумного, естественно. А не то, что вы там подумали плохое что-то. Так. И чё? Доберитесь до моста рядом с проблеском. Вот и это за знакомство. Ну, опять куда-то бежать. Так, подождите, нам опять куда-то бежать. Сюда, походу, да? Все равно, что да. И сюда. И сюда. Я сажусь на Cybertron. Нет, Cybertron. Yeah, baby, yeah, baby. Я, короче, придумала такую тему. Я буду проходить Days Gone, только я буду играть не 2 часа, а 3. То есть, если мы будем играть с вами в Days Gone, то это как бы, типа, как двойной стрим, почти как двойной стрим. Тогда, мне кажется, было бы прикольно. Меня очень тянет реально поиграть, я не успокоюсь, пока я не пройду. Потому что я посмотрела, как играют другие, и мне очень зашло. Так что в один из дней, не знаю, правда, когда. Вот тот мост, о котором говорила Джира. Мы с вами порубимся в Days Gone 3 часика. Помоги. Тише, тише. Who are you? What happened? Хагурт. Со своего утеса. Коршун нападает. Не убьют, я не позволю. А куда она делась-то? Встаньте, дети, встаньте в круг. Сколько людей прошло, что и не сосчитать. Но у того человека была телега. Телега. Я так и понял. А нет, подожди, вот мне надо было, наверное, вот так. А нет, ну все, скрывает, не скрывает путь. Все, можно по нему идти. Сайбер. Сайба. Давайте ее так буду ласково называть. Сайбочка, давай. У меня, короче, кошка была. Подождите, стоп. Туда обрывать, что ли? Да? У меня, короче, кошка была. Ее звали. Ну, я ее назвала Шанель. Мне очень хотелось. Вот. И родители ее называли. Ты что там ходит? Что там ходит? А родители ее называли Шаня. И мне было так обидно. Потому что ее звали Шанель. Он сошел с дороги. Вот это что такое, блядь? Громозев, йоу. Вы, походу, были правы насчет того, что бывает и побольше. Эти животные. Это капец. Сайба. Yeah. Ну вот, и мне, короче, было обидно, что у меня родители называют Шанель Шани. Это просто вообще два разных имени. Мне, кстати, не понимаю такую тему. Так, сейчас. Очень странно. Чьи-то пожитки. Киндер-то? Киндер, она сказала? Тут разбросаны товары. И еще я вижу кровь. Либо да, я не пойду. Либо... Так, вот, типа, не понимаю эту тему. Плохо дело. Когда русский народ называет прям русскими именами домашних питомцев, типа там кот Петя. Вот я встречаю периодически в Инстаграме обезьянку, ее зовут Маша. Мне кажется, это так странно. Хотя в то же время, почему это должно быть странно, если мы русские люди, у нас русские имена? В принципе, это логично, да? Было бы странно, если бы кошку звали бы Майкл. Может быть, есть какие-то специализированные кошачьи имена? Ну, например, для кошек. Больше Китти, например. Наверное,
Хотя Китти это типа как кот, только уменьшительно-ласкательный с английского. Бизон. Йоу, вот это что за тварь там ходит? Похоже на сундук работы Азирам. Ага. Хоть след хорошо виден. Я надеюсь, что я туда не пойду. Окей? Нет. Бутылка. Ну что? Блять, я не хочу идти туда. Надеюсь, они меня, блядь. Ты куда прыгаешь-то? Блядь, это было очень зря. Это было очень зря. Это было очень-очень зря. Смотрите местность. Блядь, они меня ведут прямо туда. О май гарбл! Hello! Она? Тихо. Блять, валим. Кристиночка, пожалуйста, не надо. А куда идти-то мне, Лень? Бочка. Так, и чё? Она сказала... Смотрите сверху, да? Мы так далеко от следов просто ушли. Я что-то этого не поняла. И не понял. Может, куда-то наверх? Но следы странно, что они... Хорошо, давайте залезем наверх. Ну а как мы сюда? Чего мы сюда не сможем залезть полностью-то? О! Здорово. Как же я рад какой тебя видеть. Дядька. Ты Кендарт? Я подруга Джиры. Да? А я муж Джиры. Она узнала, что ты пропал. Хасбенд. Сказала мне. В чем дело? Я пошел за ней. Налетела песчаная буря, хотел укрыться. Да не вышло. Окей. И вот я красный, как жрец Карха. А по моему товару топчется бизон. Таким дураком себя убей бизоном, слушай. Нарочно не придумаешь. А то я... Мне может, лень. Ты подберешь мои бутылки? Ну, конечно. Бутылки, вокруг которых спасибо ходят бизоны? Я плати не бабки, гордый, простой бражник. Я готов. И, может, бутылок 5 этой браги Джири будут дороже меня. Плати бабки? А почему мне бабки не дают? Это очень странно. Почему я должна заниматься, ну, как бы... Если со стороны героини посмотреть, почему она должна это делать? Типа, она ему вообще ничем не обязана, как бы. Вот эти твари еще больше размером, чем эти бизоны. О май гад, я просто... Ну так вот, да, типа, какой им смысл? А ей. Здорово. Какой ей смысл? А, блять, он идет прямо ко мне, да? Какой ей смысл помогать ему? Блять, он там злится, он походу меня, блять. Машина быстрая. Это было, блять, зря. Это было просто, сука, зря. Пони сбежались. Блять, я хочу, чтобы у него путико подошлось. А, так они меня боятся, что ли? А, ну тогда ладно, тогда... Простительно. Бизончики, они что, безобидные, типа? Выглядят не очень безобидными. А вот это что за тварь? Это просто такого размера я как бы еще не встречала животных. Была у меня в голове, конечно. Мне это снилось, кстати, что я так сказала. Просто не попадает.
не попадаться-то? Бутылка. Блять, нихуя себе. Пожалуйста. Пожалуйста, ты не сможешь забраться сюда. Блять, он бежит прям сюда, да? Нет. На тебе, в сраню. У него, по-моему, ноль отнимается. Почему нельзя бомбу какую-нибудь, знаете, типа, кинуть? Но это бомба с морозильным действием. Мне это, типа, ничего не даст. Ну вот и что она? А, надо было ее распылить, потому что не здесь. Давай. О, он заморожен. Ну и чё? Хрень какая-то просто. Да. Блядь, всё-таки... Блядь, это просто тупо. Я не хочу. Это самое идиотское задание, которое мне здесь дали. Ну, потому что я не уверена, что я всех их смогу победить. Соответственно, нам все это нужно в стелсе делать. Сейчас я не буду успокоиться чуть-чуть. Почему она не может понять, кто там этот чел? Так, вон там раз бутылка. Сейчас я их помечу. Блин, можно просто подбежать и спиздить? Побыстрее, да? Блядь! Что, блядь, не забраться? Ну и чё, да? Как тебе? Почему-то я не могу в их путика попасть. По замороженному урон увеличивается, нифига себе. Вали давай отсюда. Но пузо, по сути, должно взрываться. Это потому что желтая хрень. А оно почему-то, блядь, не взрывается. Так, где еще бутылка? О май гад! Да ступид. Вот, вот это, да? А, вот здесь. Блять, прямо в жерло просто огня. Побыстрее, да? Спасибо. Ха! Бля, нихуя тебе, бля! Блять, беги, 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 беги! По сраке получила, называется. По сраке получила. А я могу вообще кого-то из них приручить? По-моему, нет. По-моему, из таких нет. Так. А, ну сейчас они успокоятся. Осталось две бутылки. Не надо скатываться, нужно просто сидя. Сидя сидеть. Сидя молчать и все. Тихо. Я, кстати, не вижу. Вот эта бутылка. Это лиса. Надо на другую сторону перебраться. Почему такая музыка? Я вроде бы как бы не это. Да не, сейчас так справимся. Это было бы увлекательно, если бы меня не искали, да. Я знаю, но мне нужно на эту сторону перебраться. А сканировать бутылки ты имеешь в виду? Ща. Да, вот именно, блядь. Опа, на бутылку. А я ее сканирую? Смотри. И она не помечается.
Типа... Сейчас. Лиса. Бутылка. Блять, слушай, ты походу был прав. Блять! Нихуя себе, пожалуйста, забирай, блять! Блять, быстрее! Сука, 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 сука! Блять! Фух, это было страшно. Это было реально стрёмно. Это когда, знаете, ну, играешь в страшилку, и за вами вот так гонится. Это примерно охотница, было то же самое. Спасибо. Отборнейшая брага озерам. И в стужу тебя согреет, и шестерни. Ну, я пыталась огнем у них стрельнуть. Что ж ты пошел, не подготовившись? Ну, вот как бы тебе объяснить? Не взрывались. От любви. Когда жена собралась уйти из жилы, я обратился к старейшинам. Тебе их ответ точно бы не понравился. Заинтриговал. Нет, я и так уже вырыл себе яму размером с громозева. Зря я сразу не пошел с ней. Это я уже понял. Может, еще не поздно. Она сейчас в солнечной башне. Удачи. Удачи. Йоу. Оу, е. Так, следующее. Вернитесь к Джире. А это что такое? А, ну это, наверное, те стрёмные животные, да? Жесткие. Ну, мы с вами будем умнее, мы просто рядом с ними не побежим. Блин, виды, конечно, невероятные. О, нифига себе. А я на эту птицу могу сесть, интересно. Блин, она её не может изучить. Очень жаль. А, ну, кстати, может быть. Я просто думала, тех, у кого есть что-то желтое, значит, их нужно херачить желтым. Блин, я хочу на эту птичку сесть. Она, скорее всего, злая. И меня сожрет. Я так понимаю, киберплота все уже, да? Блин, надо будет новую. А куда она вообще делать? Чё, прощай, осторожность. Тихо. Так, подожди, куда мне идти? Я запуталась. Мне идти туда. Я, пожалуй, пойду просто по верху. Чтобы они просто до меня не добрались. И все. Оу, е, бейба. Оу, е. Я хочу на этом щелкозубе поехать, или как он там называется. Так, ну-ка, если я выстрелю в эту птицу, она меня, наверное, жестко убьет, да? Не знаю, стоит ли рисковать, как думаете? Кто? Птица? Птица убьет меня, да? Ну, она выглядит доброй прям. Костер. О, где? Щелкозуб. Так, сохраняемся. Так, сейчас попробуем. Может, что-то получится. Я задела? А, да? Блять. Я, походу, зря это все затеяла. Ныряем в воду и просто, блять. Просто, блять, держись там, сука. Не выплывай, пожалуйста. Ладно, ладно, я понял, понял. Она в кого-то стреляет. Кого только. Я так, короче, поняла, что все эти машины были изобретены кем-то. Я ее обойду. И
в корыстных целях, правильно? Ну, в смысле, не в корыстных, а специально, в общем, было создано. Ебать, это что такое? Кто-то там зашипел. Это я бил дорогу. О, май гарбл. Я подумала, это какая-то здоровая змея. Я уверена, что здесь такие бывают. Так, может, что-то прокачать можем, кстати? Так, где навыки? Один. Тихо ты, аккуратно. Корень зарзобоя. О, нифига себе, он так умеет. Без плотвы неинтересно. Хочу киберплотву. Там это что, это... Это кто такие? Блин, писали бы, подписывали бы просто. Было намного проще, мне кажется. Чем когда вот так на карте просто отмечено, гадать, что это. Потому что бегунов я не могу от рыскарей отличить. Они как-то похожи. Ну, мордашками. Мы уже почти с вами прибежали. А, это торговец. Я думала, это бык. Я же говорю, нужно подписывать. Так вообще непонятно. За лесами, за горами, города, леса. А, за всеми, за лесами, снег, да, бла-бла, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я знаю, что я пою эту песню неправильно, но в конце обязательно должна быть плотва, потому что это звучит так максимально по-руссконародному. Хотелось аж пересмотреть Алёшу Поповича. Это был мой, ну, один из любимых мультов раньше, в детстве. Просто топ. Юлий навсегда в моем сердце. Цыганский ход. Мир за пределами священной земли. Мне нужно найти Олина и добиться от него правды. Кто были те убийцы? Ленту. А, и вот этих челок, короче, можно оседлать, да? Вот этих. Увидели меня через у них такая милая мордашка. Кто эта женщина? Та, что так похожа на меня. Зачем им меня убивать? Кстати, да. След Олина ведет в Меридиан. Когда я найду Олина, я заставлю его заговорить. И он ответит за все и за всех. Да, блин. Я вот что хотел спросить. У вас все племя охотники и воины? Там никто часть? Прибежал. Вот она. Искорка. Не видала моего-то? Я его нашла. И даже не помню, когда мне давали это задание. Я люблю байки. И выпивку. По тому делу и спорится. Все это будет. Кендарт хочет быть с тобой. Все он теперь жалеет, будут ее знать. Словам... Так же, как Геральт из Ривии. Вот прикольно, если бы у нее... Жили знают сейчас. Свое место. Их слова. Это солнце Карха припекает им мозги и внушает мысли. Это... Племя. Нельзя держать зла. Так с ума сойдешь. Мой дурачок. Здесь всегда найдешь полную кровь. Короче, блять, я забыла. А, было бы прикольнее, если бы у нее было такое же приветствие, типа как у Геральта. Я Геральт из Ривии. Все это, сука, запомнилось всем. Нифига себе нам скакать. Вот, и. Ну давайте побочное вот это пройдем, хотя 17 уровень. Да и пофигу. Надеюсь, что пофигу. Я потому что не хочу далеко ехать. Блять, а нам наверх. Может, все-таки туда доскачем? Давайте попробуем. Сейчас. Мы с вами и так все немного прошли этих побочных. Хотя бы немножечко на сюжете побудем. А, все понял. Счет области я все понял. Так, ты говоришь, что вот, а вот это пауки. Блин, мы без лошади, конечно, очень медленно будем бежать. О, это будет долгий путь. Ну, ладно, давайте попробуем. Это недалеко, 2000 метров же. Ну ладно. Че, расскажите, как у вас дела? Что вы делаете целыми днями? Работаете, учитесь? Сколько вам 7 лет? Мне было бы интересно это узнать. Кстати, да, сколько вам 7 лет? Хоп! Тут, я знаю, половина не пишет, но...
интересно, меня смотрят только парни или и девочки тоже? 29, понял. Мне кажется, что меня смотрят... А, нет, девочки меня тоже смотрят. Да-да-да, это я помню. Крутяк. Что там испытание? Нет-нет-нет, ничего не будем. Какие испытания нам не нужны? Так, нам вниз. Мир, конечно, прекрасен. И этот. Это что за тварь? Это бизончик. А вот там что за тварь? 28. О, блин, с прошедшим днем рождения. Ты, получается, у нас... Нет, не козерог. Бля, это хрень что-то... А, это бизон. Ты, получается, водолей, да? По-моему, да. Я все время путаю козерогов и водолеев. Опа-на, мы успели проскочить, слава богу. Костер. Неужели? Восемнадцать. Крутяк. Так, это меня двое заметили. Так, вниз, да? Так, все правильно, бежим. Мне будет... Не, мне... Что-то на секунду подумала, что мне реально будет 24. Я уж такая, ебать, чё, блядь? Я немножечко приохерела, я могу так сказать. Не, мне будет 23. Но реально, на какую-то миллисекунду я такая думаю, ну да, 24. Такая, чё, мне 24, я чё, уже настолько большая девочка? Но нет, мне будет 23, только через год. Реально, что-то обосралась немножечко. Так, а это что такое? Это что за мадемуазель? Кто? Это наши друзья, по-моему, да? Так. Тихо. Это кто? Дуголоб. Так. Ты говорил вроде про дуголобов. Сейчас мы глянем. Главное, чтобы он меня, блядь, не заметил, сука. Ну-ка. Please. Be my pet, please. Опа-на, е-бэйба! Е-бэйба! У него такие крутые рога. Там, кстати, наверх. Ну, в управлении он немножечко тяжеловат, кстати. Не такой, как бегун. Let's go, let's go. Поднимаемся. Вот, намного быстрее начали бежать. Да, я вот когда мне тоже... Ну, совсем... Опа-на. Блять, просто беги быстро, сука. Мне тоже, когда в ноябре исполнилось, я первое время не осознавала, что мне уже больше не 21, а 22. Да, блин, я вообще очень люблю путешествовать, на самом деле. Просто я бы очень хотела быть как Птушкин. Путешествовать и писать видео об этом. Это, мне кажется, так круто. Но... Когда случился коронавир, у меня не было такой возможности. До коронавируса у меня не было такой возможности из-за уника постоянно путешествовать. Ну все, а сейчас ждем. Опа-на! Что там? Yes! Yes! Спасибо тебе за донат! Приветик! Слушай, я начала стримить где-то, наверное. Так, сейчас быстро договорю. В общем, да, когда коронавирус случился, я училась в универе, и мне очень хотелось путешествовать. Можно туда проскочить. Вот, но не было такой возможности. Сейчас жду.
когда откроют границы. Так вот, почему я начала стримить? Просто потому, что я люблю игры. А как давно? С октября. По-моему, да. По-моему, с октября. Меридиан. Крутой город. Считай, попутешествуешь. Крутяк. Вот этот... О, нифига круто. Это похоже на остров из Uncharted, кстати говоря. Блин, я вот на самом деле мечтаю оказаться на ее месте. Потому что вот так вот бежать по джунглям, это невероятно круто. Я бы хотела это делать прямо сейчас. Машина не может пройти. Хорошо. Теперь мне дуголоб, точнее, больше нравится, как машина, потому что она здоровая. Это возмутительно. О, мы это прям как в Ведьмаке это было. Это возмутительно. Мы честные граждане. Врата Меридиана. Он где-то там. Эрен. Еще один из тех чужаков, с которыми я разговаривала на празднике. Красиво. Эрен сказал, если я буду в Меридиане, он познакомит меня со своей сестрой. Ну, в смысле, да, сказал, я имею в виду, когда свободно бы они были открыты, без всяких там прививок, непрививок. Вот. Я жду, когда все это закончится, и можно будет просто свободно путешествовать. Стой на месте! Ой, какой добрый голос у дядьки. Без обыска никого в Меридиан пускать не положено. Каких событий? Что у вас случилось? Блин, почему он не читает? Убита капитан Эрза и бойцы авангарда. На Красном перевале спасибо на них попали. Спасибо тебе большое за донат. Эрза? Сейчас отвечу. Сестру Эренду убили? Откуда ты знаешь Эренда? Мы встречались. Слушаем? Позови его, это важно. Ха. Едва ли Эренд, новый капитан авангарда, скорбящий банк брат, авангард, станет тратить время на какую-то чумазую. Чё за... Жива? Это-то? Я думал, погибла. Ну, расступись. Ой, вот, это же этот чел. Меня повидать. Ты что, пьяный? Короче, да, мне очень нравится так стримить, и я надо каждый день стараюсь стримить, за исключением вчера и позапозавчера. Наедине. И будь добр, приди вот, в себя. Вот, и да, я хочу этим серьезно заниматься прям. Но мне нравится играть. Конечно, и разрешаю. Это транслировать. То есть я не хочу менять жанр, я не хочу стримить уходить, с кем-то. Я просто хочу как играть скажете, в игры, сэр. И это транслировать. Потому что это круто. Ну вот, мы одни, как ты просила. Что за разговор? Так, почему я здесь? За эти дни многое произошло. На инициации... На а почему она так убийцы? С ним разговаривает, выжили если немного. Он на урод? Мы были в деревне, когда он же предатель вроде бы. На горе. Ну, мне так кажется. Пришли воины. Только не спойлерить. Сказали, что почти все дети погибли. Пожалуйста. Как горько плакали твои родичи. Я до сих пор это слышал. Как ты спаслась? Важнее я другое. Просто как они сильная. Обо мне узнали? Узнали? О чем ты? Так он же предатель, 100%. Убийцы пришли за мной, из-за Олина. А, ну... В каком смысле? Я думаю, они вместе, типа, ерунда два какая. Предателя. Твоя сестра, ну-ка. Слышала про Эрзу. Мне жаль. А что за Эрза-то? Я что-то не знаю, помню. Знаю, ты ее любил. Я любил. Да ее все любили. Она всегда знала, что делать. Если она погибла в процессе, тогда, наверное, он не предатель. Я тоже. Я так думаю. Теперь я должен встать на ее место. А я, как видишь, на ногах не стою. Да не, я это... Я помню. Но... Я помню, что мы с ним болтали, и к нам подошел вот этот чувак и начал нас что-то расспрашивать, как будто отвлекая нас от разговора. Так, хватит себя жалеть, я знаю, что такое боль утраты. Время лечит. Я вот так отвечу. Просто нужно время. Ты освоишься. Если и дальше буду пить, то нет. А что бы сестра сказала? Да, ты права. Я должен быть к себе да, строгим. Да, я знаю. Я знаю, что это его сестра, говорила. Я просто не помню, как она выглядит. Мне нужен Олин, и я хочу разобраться. Но он мой друг. Нет, вот он его друг. Я не знаю, кто эти убийцы и откуда, кажется, что но я предатель. Знаю, что Олин с ними заодно. Но я... Это... Не ломай голову, Эрент. Просто отведи меня к нему. Его здесь нет. А, блин, точно подкатывал, реально. Может быть, где угодно. Приветик. Есть места, где он да, часто бывает. Back. Где его можно застать? Возвращение. Дома. В Меридиане.
Покажи мне этот дом. Ладно. Но то... Пора идти домой к Колину. Отведи меня к дому Олет. Ладно, ладно, пойдем. Он какой-то слишком взрослый дядька для подкатов-то, нет? Ну, ей сколько? Ей 16? Она несовершеннолетняя, да? Все говорят. Как в таком шуме думать? А я не думаю. Я просто... Она, кстати, реально очень похожа на... Я не помню, как зовут Дженнифер Лоуренс, да, которая в «Голодных играх» снималась. Я бы сегодня, на самом деле, типа, посмотрела этот фильм. Опа-на! Спасибо за ответы. У тебя много подписчиков в Инстаграме и, видимо, ты модель еще. Стримы интересные. Чем работа модели? Ой, спасибо за донат. А, слушай, мне нравится и то делать. Вот. И это все одинаково. То есть мне нравится и моделить, и стримить. Поэтому, ну, не знаю, ничего пока не перевешивает ни в какую сторону. И мне нравится, что у меня много деятельности. Что я наконец-то себе нашла в чем-то еще, помимо моделинга. Потому что раньше хотелось что-то убили. Дополнительно делать, кто но не понимала, что. И начала стримить и поняла, что я лично потащу тебя подходит. В тюрьму. Убирайтесь, пока я не дал вам пинка под зад. Что он имел в виду наших ходов? Не сейчас. Потому что дядик это останавливает? Ну, думаю, в их мире не особо. Ой, нифига себе, он бегает. А, как эмоционально восполняюсь? Да, блин, не знаю. У меня, в принципе, всегда много как энергии как-то было. Внутрь? И просто мне нравится то, что я делаю. И, наверное, это меня вдохновляет. Работа. И ну вот, от этого рождаются эмоции. Только ничего не ломай. Я думаю, что так. То есть, кроме двери. Вот это все для одного? Хорошо, когда есть друзья Панах, при дворе этот короля. Этот угол ковра обтрепался. И пол тут затоптанный. Так, я визором смотрю. Так, давайте в эту дверь зайдем. Ну-ка, смотреть. Посмотрим, что под ним. Откуда он тут взялся? Да, цветочки люблю, но я по стандарту. Я люблю розы. Этот люк делали мастера озера. Если бы розы были синими, то, наверное, их. Это мы посмотрим. Я просто люблю этот цвет. Так, а чё? Просто люка не открыли, хорошо. А вот сюда можно? Нет, сюда нельзя. У нас есть еще второй этаж, да? А вот еще дверь. Дверь закрыта. Сейчас я быстренько вот так еще развернусь. Опа-на! Он не читает, блин. Спасибо за донат, Гиз. Я живу в Москве. И мне очень нравится Москва. Я бы не хотела менять этот город, но по крайней мере сейчас. Семейный портрет. Кажется, это семья Оли. Да не, почему? Мне, я же моделю-то не из-за бабла, а просто потому, что мне это нравится делать, вот. И если даже буду много зарабатывать со стримов, я все равно буду моделить. Ну только что? Подумайте, как сломать люк. Подожди, а если поджечь, надо будет, наверное, плохая идея. Придумайте, как сломать люк. Блин. Так. Сейчас я подумаю. Он чем-то укреплен. Это что? Что у меня есть? У меня ничего нет. А если ее заморозить и ударить? Пожалуйста, там. Я не знаю. Я не могу. Я не знаю. Такой люк ты вряд ли откроешь. Так, мне с ним поговорить надо. Осмотрюсь.
За этим мы и пришли. Так, я уже все осматривала здесь. Давай еще раз осмотрим. Тут все закрыто. Наверх. Я наверху была уже. Я посмотрела картину. О, я этого, кстати, даже не увидела. Спасибо. Опа-на. Большой, тяжелый. Толкнуть спитки. Да-да-да. А вы что, вы все играли, что ли? Вы все играли в эту игру? Офигеть. Да, можно покрасить синие розы, но... Я, кажется, попросил ничего не ломать. Они же быстро завянут, наверное. Потому что мы отсюда можем... Ну ладно, лучше не рисковать. А, опа-на. У меня просто никогда не было синих роз, поэтому... Не знаю. А, нет, у меня были черные розы, точно. Но я не помню, как быстро они завяли, если честно. Их жизнь общение для Олина. От тебя. Если ослушаешься, я перережу им глотки и брошу их тела. Офигеть. На солнце. Это круто. Я нет. Но прохожу. Они забрали его жену и ребенка. Наверстываю упущенное. Они? Кто они? Убийцы. Пригрозили, что убьют его семью. Короче, она реально похожа на Дженнифер Лоуренс. Осмотрите тайную мастерскую. Так. Карта. Опа-на! Тут отмечены места, читаю, где он бывал. Не читаю, потому что забываю язык менять в донате. А это ты на консоли или комп играешь? И расскажи, чем Москва нравится. Айис, спасибо за донат! А, так, первый вопрос был... Это я играю на PlayStation'е. Это я играю на PlayStation. И что там ты спрашивал? Почему нравится Москва? Потому что тут, тут все есть. Все, что нужно для жизни. Вот. И, соответственно, много рестиков, много всяких пространств интересных. Куда можно походить? Очень много места, то есть Москва широкая. Похоже, Олин вел дневник. И Олин? Это мне все очень нравится. Я думал, нравится. Он только контракты умеет читать, а он и поэт. И Москва очень красивый город, так и по есть. Мне. Олин знал, что меня хотят убить. Мне Питер, например, не очень нравится. Не мой, в смысле, дизайн. И я докажу. Последняя страница. Он пишет про меня и приказ меня убить. Еще друг называется. Блин, круто. Проклятый если предатель. Если вам нравится. Эта игра мне тоже. Где ты научилась? Читать глифы. И эти образы. Как ты это делаешь? Блин, я постараюсь до 22 февраля пройти. Я вот, как я уже говорила, что я выберу дни, где я буду долго играть. А я, кстати, не помню. По-моему, не только на PlayStation. Мой визор. Он показывает то, что скрыто. У Олина такой же визор? Да, особенно ночью. Но каким-то образом он и убийцы могут переговариваться между собой на расстоянии. Эй, спасибо за донат! Видеть то, что видят чужие визоры. Сейчас отвечу. Будто смотришь чужими глазами. Значит, так они о тебе и узнали. Через Олина. Да, насколько я могу судить. Не знаю, можно ли ему доверять, конечно. Теперь я знаю, где искать Олина. Что, в одиночку? Не надо ко мне быстрее доберусь. Катать. Стой. Свои. Если с этой штукой ты можешь видеть то, что скрыто. Дай пройти, Эрент. Я прошу тебя о помощи, Элой. Скажи, кто убил Эрзу. То, что это Карха тьмы, я уже знаю. Я ему почему-то не доверяю. Но кто конкретно из их солдат? Мне жаль твою сестру, но это твоя война. Вот только этого не надо. Ты пришла сюда, чтобы найти тех, мне кто не, чуть так не убил не тебя, погубил твоих родичей. Я отвечу, сейчас помню. Ты ищешь справедливости, я тоже.
Странная интонация Слушай, была, кстати. Я пойду к Красному перевалу. Там нашли тело Эрзы. Прошу тебя, удели мне хотя бы несколько минут. Красный перевал. Так, мне нравятся, конечно же, патриаршие пруды, чистые пруды. Мне также нравится Белорусская, мне нравится как район. Потом мне еще нравится 905-го, просто тащусь, это вообще топ. Красносельская мне нравится, но там есть такой уголочек, очень клевый. Там очень много кафешек, он такой скрытый. Вот, и там клево по кафешкам можно походить по-разному. И... Я даже не знала, что это за зал. И какой-то еще. Эй, ты, поможешь? Уже не помню. Ну нет, я в этих районах это не ведь живу. О тебе авангард жужжит. Ясновидящая, которая выслеживает преступников. Ты не согласишься мне помочь? У меня прямо из дома украли меч моего брата. Ну, а насколько стримы по длине? Ты имеешь в виду, типа, по 4 часа? Ну, просто мне кажется, это тяжело. Ну, блин. Я подумала. Ну, 3 еще ладно, но 4 это жестко. Очень дерзко и очень умело. Он забрал только меч, то есть... Самое оптимальное, да ну! Вор вылез в окно и до Мне кажется, это очень жестко. Мне кажется, мне Но нужно не оставил никаких начинать следов. Тогда не в 10, Зачем а типа в 7. Он бесценен. Вот. Наверное, просто к вечеру я просто хочу спать, может быть, поэтому еще. Со множеством самоцветов по всей... Так ладно, я знаю, что они по 8 часов стримят, Извини, я не понимаю, ведь как они это не делают. В этом дело. Ну что, у меня очень много энергии расходуется в процессе. Брат погиб в ходе освобождения. Может быть, они как-то экономичнее энергию расходуют. Который надо будет изучить это. Я попробую найти вора. Можешь расспросить моего ключника. Ну да, для меня вот я люблю, когда идет такой прошу, не нужно эмоциональный обмен. То есть я мечтаю клевым, типа, транслировать свои уже уставшие эмоции. Еще пару видео, восклицательный знак, вот. Вот, и поэтому 2 часа для меня это как бы, ну, такой суперактив, а потом я потихоньку начинаю умолкать. А, не здесь? Ну, в общем, да. Тогда мой тебе совет. Плюнь на этот дом охотников. Если ты не... А чем плох дом охотников? Все они там спесивые ханжи. В Бануре меня знают как умелого охотника. Вот я и решил попытать удачи. Все же просто. Охотитесь, состязаетесь, все на равных. Но у этих первым у них может стать только Карха. Вот уж не учить меня охоте. Я домой. В дом охотников принимает только Карха? Нет, вступить могут все. Но порядок там такой, что чужаку наверх не пробиться. Когда к власти пришел Ават, он пообещал открыть меридиан для всех. К столу-то тебя пускают. Ну вот, люди в основном... Сейчас быстренько вам расскажу. Люди в основном, которые в нем пытались, они воспринимают целую Россию только как один город, только как Москву. Вот. И потому что в Москве вообще очень много всякой инфраструктуры, развития. И благоприятных условий вообще для проживания, для эстетического удовольствия. И если судить по каким-то далеким городам России, то тут уже странно на самом деле. Вот. Не все города, естественно, так хорошо развиты, как Москва, поэтому я немножко не понимаю этих людей, которые такие, типа, блин, Россия топ, Москва топ. А в других городах они не были, типа, и даже не знают, как там. Например, даже в Питере банально всем просто насрать на то, что куча снега, куча льда на асфальте, и что люди падают, ломают все ноги, конечности, что сосульки тоже падают, никто это не убирает. И это в Питере, то есть это как вторая столица. Очень странно. А вот. Да, я переехала из Питера, да. Так,
Во сколько я обычно ложусь спать? Кому-то надо их немного всегда встряхнуть. По-разному, на самом деле. Можно. Но стараюсь, но не позже трех. Если соберешься. Это жестко. Будь добра, я знаю. Не забудь оставить им за прощальную метку Бану. Но у меня тут какой-то активный период. В таком вот месте, где я люди заканчиваю стримить, пока она мне хорошенько ой, не завоняет. Что за место на Красносельской? Какие там заведения? Расскажи, чем увлекаешься еще. Спасибо большое за донат. Сейчас расскажу. Только вспомнить, о чем бы я говорила, блядь. А, о чем я говорила. Блядь, я не помню, сука. Была такая мысль глубокая, прямо. Ну, не глубокая, но... Так, кто-то наверху, мне уже наверх подняться. Место на Красносельской. Блин, это недалеко от метро. Я потом как-нибудь запущу... Ой. Запущу Винкс, потому что я не помню, как оно называется. Там просто кафешки и очень клевый двор. Закрыто здесь? Да. А где этот восклицательный знак? А, да, спасибо большое, что напомнили. Заканчиваю стрим, да, и мне хочется спать. И если я бодрствую там буквально час, у меня потом какая-то сумасшедшая энергия просыпается, что мне не хочется спать. И я поэтому ложусь в 3. Так, здесь все закрыто, Лень. Как мне туда пробраться-то? Как-то же мы сейчас только что пробирались, правильно? Надеюсь, сегодня у тебя будут только приятные. Вот сюда, да? Ну да. Блин, куда тут наверх-то? Почему король солнца не здесь? Куда же тут наверх? Чем я еще увлекаюсь? Там закрыто. Там везде закрыто, да? Где я? Нет, подождите, это где-то вот здесь. 35 метров. Чем я еще увлекаюсь? Я веду ТикТок и Инстаграм. На этом все. Ну, слушай, да. Больше ничего. Может забить просто и все? Нет, я не хочу. Опа-на! Макс Перцовский! Спасибо тебе большое! Ты как обычно. Спасибо! Благодарю тебя! Так, мне кто не подскажет, как туда забраться? Отметь на карте, проще будет найти. Ага. Нифига себе, так можно было, что ли? Я даже не знала. Какие места посоветуешь с вкусной едой? Только не WRF/Novikov/Pinsk. Что-нибудь, что не на смарку. А, Дед Мороз, да. Спасибо. А, так. Макс, давай пошути. Так. Что там? Подсказать, какие места, куда можно сходить. Блин, мне очень нравится место Хайд. Вот, оно стилевое. Не приблизить почему-то. Ладно, давайте я забью на это, на эту хрень. Ну-ка, подожди. Хайд. HIDE. Там можно классно пофоткаться. Потом места. Что же еще? Блин, я так-то и не вспомню, на самом деле. Вот лестница, блядь, наконец-то, сука. Блядь, а мне туда не мне туда не пробраться, прикиньте. Что за бред? Слышишь? Это издевательство какое-то. У тебя есть реликвии? Так, что еще? Блять, это какая-то жопка. Я что-то, видимо, туплю уже, все. Тебе там случаем не попадались реликвии? Так, из заведений. Вот! Блять, наконец-то! А это еще из заведений.
Горыныч мне нравится. Желательно без друг... Здравствуй, странница! Кайф. Ты пришла сюда в поисках работы? Конечно же. Мне просто нравится интерьер. Плачу щедро. Хватит на платье, которое бы подчеркнуло... Так, давай без этого. Понятно, объясняю? Я просто хотел сказать, что такая ладно слепленная девка... Помню, я пила кофе в хорошей девочке, там мне сделали классный кофе. Но так как, ну, заведение так и не посмотрела, потому что мы там просто снимали. Якобы они приручили машины. Итак, я мне вообще очень нравится летом ходить на патриаршие пруты и садиться на веранде, и ты типа чувствуешь себя как-то в Европе, очень как будто ты находишься, это прикольно. Заплатил вперед, ну, половину, вот. И больше я их чё не видел. Что еще? Не ругаться, а я что ругалась, что ли? Я нашла твоих наемников? Я же вроде много не ругалась. Этих я уже списал. Меня больше волнует этот да, слух. Блин, я помню, что про иконки, реально, я помню. Подарки, уху. Так, я не ругаюсь. Да, я помню про иконки, это я точно помню. И про цель я еще забыла. Блин, я так уже и не вспомню. Что тебе известно про этот лагерь? Я типа по названиям так не могу сказать. Те до тебя спрашивали только про награду. Парк на Ходынке. Да, что-то очень знакомое. Он в горах среди вечных снегов. Парк на Ходынке. Говорят, банук там живут бок о бок с машинами. Что-то знакомое. И те их не трогают. Якобы даже песни им поют. Если так, если мы узнаем их секрет, подумай, насколько ценно это знание для всех племен. Ценно в том смысле, что можно им торговать? Я потом посмотрю, девочка, потому что я не помню конкретно, не про что ты именно говоришь. Если я соглашусь помочь. Чел. Тебе не нужно будет взбираться на самую вершину мира. Лагерь на границе земли Банук в тени лунной наковальни. Прикольная борода. А глядя вы на тебя, я вижу, город, что ты бывала на диком на востоке. Если это правда, что они без страха ступают среди машин, ну... А, точно, увидишь. Да, блин, мне очень нравится, Плата в принципе, этот возвращении. ТЦ. Он классный, но там очень много этих тиктокеров, это правда. Это реально правда. Так, сейчас мы еще до восклицательного знака с вами добежим. Вот, нам наверх сюда, да. Причем там и всякие пранки, там вообще много всего вот этого вот. Только из-за этого он мне немножко отталкивает, а так в целом он прикольный, да. Ты Нора. Я Наман Скорбный. Скорбный. Жаль, что мы встретились, мы вот встретились так. Вот так. Вот так? В горе. В горе. Твою тебя в сердце. Как талисман. Как талисман. Постой, прости меня. Ты пришла не за платой? Да, я пришла за бабками. Давай, гони деньги. Нет. Я знаю про красные набеги, но мне Карха не должны. Все. Бери деньги и валим. Не надо с ним разговаривать. Ну, сейчас я не откажусь от помощи. Турная баба. И тогда уж точно буду перед тобой в долгу. Эти люди хотят почтить память родных, близких, своими словами, не бормоча молитвы Карха перед камнями Карха. Но не, еще не прохожу, но и в этот я думаю, на следующий раз мы их оставим. Лишь связывают мне руки. Я, кстати, завтра думала, что я могу для вас пораньше. Первый паломник постримить. Он хочет посетить храм королей, типа, там, что на часов пути в 8. Но его не пускают. Старый жрец солнца не потерпит в храме. Мы завтра Говчик стримим, так что. Это Утару потеряла подругу. Я тоже в нее в этой игру как-то, ну, как-то ее полюбила чуть-чуть. Там возвели храм, чтобы отгонять машину. Не знаю, она мне как-то полюбилась. Только этим тварям на храмы плевать. Не знаю. А Банук хочет воззвать к духам машин. А Банук хочет нарисовать знак на солнечном перевале. Нарисовать знак? Не знаю, зачем их звать. Там и так коршуны летят на сияние шпиля. То есть в двух храмах надо перебить машины, а из третьего вытурить жреца? Я прошу лишь о том, я все прослушала, чтобы их истории были услышаны. Как обычно. Так, ну все. Я постараюсь помочь скорбящим. Почтить их память. Говчик, да-да. Сердце.
Да, тут, кстати, в этой игре я заметила, что тут очень все медленно, потому что мне бесит, что здесь... нифига, мы уже с вами тут, короче, напутешествовали. Что тут так мало перемещений, что их все нужно открывать. Кстати, карта тут-то на самом деле не такая уж и большая. То есть она реально небольшая. А, погодите. Это неизведанное, наверное. Да, нет перемещений, и ты должен кучу времени убивать просто, чтобы добраться. Ну, не знаю, это немного бесит. Так, сейчас, подождите, мне нужно сохраниться. Сейчас я сохранюсь. Да, мы, короче, там был момент, где... Мы подрались с челом, с которым дрались в самом начале. И, типа, Атрей, миссис Кратосом поплыли на корабле куда-то. Не помню уже куда. И на этом, в общем, да, мы остановились. Завтра будем продолжать. Да, так его можно крафтить, но его не бесконечное количество. Ты, типа, должен собрать мясо, чтобы его скрафтить. Ну, как бы... А вчера мы не стримили, кстати, так что ты ничего не пропустил. Ну, в общем, ребята, всем хочу вам сказать огромное спасибо за просмотр. До завтра. Завтра, скорее всего, 8 часов стримим, не в 10. Всех очень жду. Спасибо отдельное всем тем, кто донатил. И всем тем, кто смотрел. Всех люблю, обожаю. До завтра. Пока. Спокойной ночи.